Но с мячом пока больше находится Барселона. Неймар. Снова он пошел в середину. Ракитич себя предлагает. Увел защитника. Месси под левый передал. Гол! Лео Месси! Нельзя! Нельзя курить на стадионе! Нельзя оставлять! Смотрите, вот Тремулинас ушел и уже не успевает сюда переместиться. Ну а Рико отыгран. Сколько таких Месси мячей положил. 34-й гол Лионеля Месси. Закройте ему левую. Да кто-нибудь сделает это или нет? Фантастически сказано. Стенка такая не совсем, может быть, правильная у Севильи. Удар и 2-0! Такой никаким краном не вытащишь. Неймарище! Тройка. Идеальный удар, даже несмотря, и Бора прыгнул, Крыховяк прыгнул, да все они прыгнули. Все равно, что прыгали в длину или в высоту, неважно. Идеально, по этой траектории просто идеально. А Серхио Рико проводил мяч глазами и... Кровь вытирать. Надо пойти попробовать дать сдачи. Бака, Тремулинас, перед ним пространство свободное, только рядом Пике, передача. Ну что же, Ибор, это на этот пас не пошел, а там только Жорди Альба. Но подбор за Севильей, Банега, выстрел, гол! Гол, 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 гол! Возвращается, такой смачный, пластированный, но не сказать, что не берущийся от рук. Конечно, конечно, у кого-то руки, у кого-то грабельки, как говорит коллега Батурин. Конечно, это гол на совести Клаудио Браво. Но нам тем интереснее будет смотреть за этой игрой. Да, и от рук Луис Суарес. Пике. Да, второй тайм, конечно, потяжелее дается Барселоне. Рейс, пас на Алекса Видаля. Алекс Видаль, неутомимый, передача, 2-2, Кевин Камерун! Фантастика! Снова! Так что это еще не конец. Пике перехвалил. Я Пике, неточная передача, перехват Хосе Антонио Рейса. Вот это он умеет. Вот так отправлять в прорыв. Ну и какая скорость у Видаля. Просто без устали Видаль сегодня спахал практически все точки на этом изумрудном газоне. Рамон Санчес.